Мне кажется, ничего более милого вы сегодня уже не увидите. Новые птички заехали в вольер после выпуска старых птичек. Вот тут все перемыто, как обычно, перед выпуском новеньких. Вот, готовим следующую партию. Что ты такое? Что ты такое? Ты какая-то Славка, да? Какая-то Славка. Я ужасный человек. Ладно. Я воды сюда принесла. На этом мои компетенции все. Знаете, как получить инфаркт, короче, заходя в вольер? Когда ты заходишь, а там никого нет. Мастера маскировки. Это просто веточка, просто веточка. Здесь нет никакой выпи. Чего такой сладкий, хороший, господи, боже мой. Тут у нас что? Тут у нас еще одна веточка. О, пушистая веточка. Где? Пушистая веточка. Здесь у нас цапин. И все пытаются выйти к стену. Ужасно. Нет, вот нельзя гонять птичек. Держи дятла. Да. Это большой пестрый дятел. Я не знаю, откуда он вообще. Это молодняк этого года. Вот. Да. Прощай, дятел. Давай звуки ада на бис. Или ты на камеру не работаешь? Да. Они все куда-то в одном направлении улетают. Настя, ты выпускаешь очень ответственного чувака. Это взрослый самец, у которого был перелом левого крыла. Он неплохо летает по вольеру, но непонятно, полетит ли он сейчас. Сейчас посмотрим. Ну, прекрасно, прекрасно. Не, он поднялся. Отлично. Еще один молодой дятел. Вот так. Вот убью. Да, хорошо. Чего? Я поставила тебе кормушку, иди ешь. Тебе поставила. Я не вижу, что снимаю. Это куча голодных детей хочет кушать. А выпущенные дети тоже тусят тут и ждут, когда им дадут кормушку. Но кормушку я поставила, они сейчас просто еще не осознали этого.
Нахлебните. Да, да. Надо кушать. Бабочка. Ты что, бунт? Ты бунт? Воробушки кушают. Дятел, мать его, тоже кушает. Говнюк. Просто вредитель. Просто вредитель. Каменки такие. А где Настя? А где Настя? Когда Настя придет? Когда Настя принесет кушать? Настя вас избаловала. Я сейчас очень уставшая, поэтому я очень рандомно снимаю какие-то интересные моменты. А на систематические съемки и какие-то сюжеты меня просто уже не хватает. Осталось. Насекомые все улетели во время урагана. Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Что, скворец? Попринеслись тут. Даже жрать когда? Жрать. Сейчас принесу жрать. Как перестать ржать с этого? А вы чего? Ужасные чайки! Маша против гусей! Вот драка! Видишь, это болельщицы! Нет, гусь, я победила. Пипа, она победила? Скажи, это была нечестная битва. Да, да, да. Гуси всегда побеждают. Гуси всегда побеждают. Такие челюсти. Жесть. Пипа, ты вообще крокодил. Я решил тебя на всех уже. Обычное состояние волонтера в реабилитационном центре. Сало странников ест. Ну, выяснили, что это большая лесная перламутровка. А может, малинная. Короче, странники ей нравятся. Она ест Настю. Жир из драников.
Что это такое? Это какой-то беспредел. Вы ожидаете? Ой, дрозд ожидает. Все ожидают. У вас зяблик упал. Главное, ведь не улетают никуда. Зачем куда-то лететь? Мы знаем, где раздается еда. Thank you.